Добрый день, меня зовут Вячеслав Муратов, и я хочу познакомить вас с хорошей возможностью зарабатывать на престижных площадках электронной коммерции, таких как Amazon, eBay, Google и других. Многие мечтают зарабатывать деньги именно в электронной коммерции. У кого это получается, у кого нет. Открыть торговый бизнес, который бы приносил прибыль, хотят многие. Такую возможность нам представляет компания InfiniEye, которая зарекомендовала себя на рынке США с 2013 года. И только сейчас компания выходит на международный рынок. Пока знают об этом немногие. Здесь вы гарантированно получите прибыль, в отличие от других хайпов и пирамид. Компания представляет возможность зарабатывать деньги от продаж на торговых площадках Amazon, eBay, Bonanza и других просто на автопилоте. У компании есть система оптимальных решений и тренингов. Вычисляются, какие товары самые ходовые в данное время, где их можно купить дешевле и как и где можно продать дороже. Это то, о чем раньше мечтал каждый спекулянт. А сейчас это то, что необходимо каждому коммерсанту и нам с вами. Потрясающий бизнес, о котором мечтают многие люди, желающие зарабатывать. Компания создала удивительно хороший компенсационный план. До этого в интернете ничего подобного не было. Но, чтобы заработать много, к этому нужно приложить собственные усилия. В интернете крутятся огромные деньги. Вы только обратите внимание на Twitter, YouTube, Facebook. Их возможности уже используют в телевидении, газетные издания, другие СМИ. Все переходят сейчас в интернет, так как здесь можно очень легко дать информацию и заработать приличные деньги. Global Taxi успешно вышла в интернет и зарабатываются здесь огромные деньги. Гостиничная промышленность глобально распространилась по всему миру и имеет высокие доходы около 20 миллиардов долларов. Давайте перейдем теперь к нашей теме, ведь она нас интересует больше всего. Это интернет-магазины и их продажи. За 2014 год такие известные гиганты, как Amazon, eBay, Google, Rakuten, Alibaba, Walmart и другие получили 11 триллионов долларов от продаж в интернете. Это просто сумасшедшие суммы денег. Amazon, Facebook, Alphabet и eBay контролируют 70% продаж в онлайн-маркетинге. Ценность их составляет 1,5 триллиона долларов. Для нас очень важно, что InfiniEye работает со всеми этими четырьмя платформами. Компания InfiniEye начала свою деятельность в США с 2013 года, и ее партнерами совершено продаж свыше, чем на 2 миллиарда долларов. В общем, это составило доход компании 380 миллионов долларов. И именно сейчас, в декабре, компания стартует со своим сайтом, со своей концепцией, с потрясающим маркетинг-планом. Компания предлагает абсолютно каждому в любой точке мира зарабатывать с ней на автопилоте. Совсем недавно, несколько недель назад, в Америке, в Орландо, состоялась конференция, и на ней были награждены лучшие партнеры, которые добились лучших результатов. Здесь вы можете видеть множество чеков на сумму 100 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч долларов и больше. И это не сказка. Концепция бизнеса InfiniEye гениальна и очень проста. Компания представляет электронно-коммерческую и управленческую платформу. Она делает оптовые закупки товаров в магазинах Amazon, eBay, Bonanza и других онлайн-магазинах и предлагает нам, партнерам и клиентам, купить товар по оптовым низким ценам, которые нам будут представлены в кабинете в нашем бэк-офисе. Также компания помогает нам продать этот товар, то есть сама возглавляет полностью эту функцию продажи данных товаров на том же Амазоне или eBay по розничным ценам намного дороже. Разницу в продаже на финише мы будем иметь в виде прибыли, и прибыль здесь очень существенная. У компании есть служба FBI, это такой департамент, который занимается помощью продаж нашей продукции на том же Амазоне или eBay. Компания закупает по самым низким ценам за счет того, что здесь существует кооператив. То есть все мы совместно, все партнеры, клиенты и сама компания вкладываем общие деньги в так называемый пул. Чем больше денег, тем больше и дешевле мы покупаем продукции. Но самое главное, что компания нам помогает еще и продать этот товар в интернете с миллиардной аудиторией потенциальных покупателей. У вас в кабинете будут две возможности. Первая возможность – это вы можете сами продавать.
Есть много партнеров, которые по аффилиат-программе уже годами работают в Амазоне или eBay и зарабатывают большие деньги, занимаясь только перепродажей. Раньше это называлось спекуляцией. Сейчас это очень умный и интересный бизнес. И мы с вами здесь не спекулянты, а коммерсанты, не только сетевики. Многие здесь сами занимаются торговлей, умеют это делать и, возможно, могут продать дороже, чем сама компания Infinii. Но кто это делать не умеет или не хочет, может выбрать вторую функцию – доверить продажу самой компании Infinii через ее менеджеров на договорной основе. Здесь гарантия в том, что продукция будет продана, а нам придет в кабинет чистая прибыль. Это очень удобно и для всех партнеров, так как весь менеджмент будет проводить компания. Теперь давайте разберемся, как же все это будет функционировать. После того, как вы осуществите закупку своего пакета, какие пакеты я скажу позже, вам будет предлагаться различная продукция, которая успешно продается. Например, слева на презентации мы видим продукцию, которая предлагает купить Infinii. А справа наш подсчитанный доход. Итак, например, доступно к продаже 100 ламп. Но так как наш пакет ограничен по количеству закупок, то мы можем купить продукцию в количестве, на которую имеем лимит, или сколько захотим, не превышая лимит. Например, цена на лампу будет составлять $8. Цена продажи на Амазоне будет выставлена $22.99 по розничной цене. Эта цена зафиксирована, она меняться не будет. Также сюда будет входить комиссионный сбор самой компании за то, что она держит товар на складе за доставку в сумме 0,35 центов. В случае, если мы выбираем для продажи платформу магазин Amazon, то $8.50 будет комиссия сбора Амазона. На этом слайде мы видим, что, например, мы покупаем 10 штук ламп, мы это сами вписываем, и это нам обойдется в $80. Далее мы жмем на кнопочку Confirm, то есть подтверждаем, что мы хотим купить этот товар. Далее мы решаем, будем продавать сами товар или будем продавать через Infinii и его менеджеров. Смотрим на нашу фиксированную прибыль, что же будет. Если наш продукт, в данном случае лампа, будет продана на том же Амазоне за цену $22.99, то смотрим результат. Мы потратили $8, чтобы ее купить, далее $8.50 комиссионный сбор в Амазон, 0,35 центов сбор Infinii. И наша потенциальная чистая прибыль будет составлять $5.96 за одну лампу. Если мы их купили 10, то наша чистая прибыль – $59.60. Теперь давайте разберемся, как это будет выглядеть со стороны клиента и партнера. Например, Рэйчел, она ищет на сайте eBay набор кастрюль, чтобы купить для себя. Она нашла этот набор за $114.85, полностью весь набор. Она довольна и его покупает. Эта продажа происходит через ссылку, через код Стива, такого же партнера, например, как и мы с вами, который уже до этого совершил покупку данного комплекта, заплатил ее стоимость $68.60. Это цена для партнера Infinii. Данная продажа с eBay будет проходить через сайт компании Infinii, в частности, через кодовую ссылку «Tracking-код Стивена». В кабинет Стивена поступит чистая прибыль $46.25 с продажи только одного комплекта. По-моему, это здорово. Теперь давайте перейдем к нашим регистрационным пакетам. Компания Infinii сделала гениальную разработку гибридного плана, в который входит и партнерская программа покупки-продажи, а также маркетинговый компенсационный план MLM. То есть здесь мы можем участвовать как клиенты, как партнеры, и при этом зарабатывать еще и в бинарном и линейном маркетинговом плане компании. Для этого существует три пакета регистрационного входа в компанию. Первый пакет – это Prime пакет, стоит $49.95 в месяц. Пакет имеет под собой себестоимость 50 волюме, то есть вы наберете сразу 50 очков, которые будут потом вам давать дополнительные бонусные начисления в бинарном плане. Итак, если вы оплачиваете этот пакет, то вы будете иметь право купить 15 Springboard продуктов в месяц на площадке Infinii. То есть вы сможете купить 15 продуктов.
Если вы решите купить больше, то нужно будет доплатить по $2 за каждый дополнительный. Это вам позволит участвовать в покупке-продаже на автопилоте и получать прибыль. То есть вы можете быть просто клиентом, не приглашая никого в бизнес. Зарабатывать для себя чистую прибыль на покупке-продаже товаров на Амазоне или eBay. Также вы можете приглашать в этот бизнес всех желающих, если вы этого хотите. А я думаю, что вы не будете сомневаться, так как это для вас огромный дополнительный доход, а для ваших партнеров – возможность стабильно зарабатывать. Для вас это может составить ваш пожизненный доход с правом передачи по наследству. При всем этом вы будете иметь еще и помощь от компании. Переходим в следующий пакет, который называется Search. Пакет стоит $149.95 и даст 150 volume очков сразу. Это даст возможность перепродать 30 продуктов, которые вам предоставит компания. Бизнес на автопилоте, как и в предыдущем пакете. Вы сможете продавать продукцию на 5 разных платформах, которые вам предложит компания. И также вы сможете купить дополнительно еще 10 продуктов, если у вас будет желание заплатить дополнительно. За это тоже вам будут начисляться дополнительные очки. Следующий, самый дорогой, самый интересный пакет – это пакет Excel, который стоит $390.95 в месяц. Сразу вы получаете 400 очков. Это дает возможность покупки 60 товаров и их перепродажи, которые дадут вам 400% дохода с перепродажи, участвовать в мультинациональной линии продуктов из всех доступных возможностей в разных странах, принимать участие в тренингах от лучших экспертов торгового бизнеса. Сюда подключены лучшие эксперты компании Amazon и eBay, которые работают там долгие годы и знают все тонкости и всю систему изнутри. То, что вы слушали до сих пор, это только первый шаг. На самом деле компания очень мощная и предлагает нам 6 шагов к успеху, которые мы можем пройти вместе с ней, чтобы достичь огромного результата. Итак, первый шаг вы уже прошли, если вы купили какой-то пакет. Можно начинать с первого пакета, впоследствии из прибыли можно сделать апгрейд к следующему пакету. Чем больше пакет, тем больше очков, а также больше очков от вашей команды. До этого вы были просто клиент. Вы покупали, перепродавали и на этом зарабатывали, не приглашая в бизнес ни одного человека. Что же будет, если вы будете участвовать в реверс-плане InfiniEye, если вы будете помогать компании расширять партнерскую сеть? Здесь растут доходы еще намного больше. Этот реверс-план имеет 6 шагов, о которых я сейчас вам расскажу. Это глобальный бизнес, и здесь все этапы маркетингового плана не повторялись до этого ни в одной компании. И со временем каждый может выйти на ранг бонус в $10 миллионов. Для этого, конечно, нужно потрудиться, возможно, несколько лет, но тем не менее, этот доход может быть постоянным. Теперь перейдем к бинарному плану. Для того, чтобы вы имели все пожизненные вознаграждения по маркетингу, не только прибыль с продаж. Для этого вам нужно пригласить в бизнес минимум 2 партнера на любой пакет. На этой картинке мы видим, что Пам пригласила в бизнес Сью и Марка. Сью купила пакет за 150 и получила 150 очков. А Марк купил пакет за 400 и получил 400 очков. Сью также продала свой товар и получила дополнительно 4 очка или волюме. А Марк купил что-то на площадке и тоже получил 12 бонусных очков. Вот таким образом ваши партнеры будут расставляться налево и направо. То есть так образуется левая и правая нога. Так будет строиться бинар. Бинарная система, которая очень интересная и прибыльная. Ее легко строить. Вы знаете, что в бинаре существует спонсорская нога, в которую вам переливом будут попадать люди, и вторая нога, которую вы должны сами упорно строить. Но и в спонсорскую ногу вы будете ставить людей, если будете видеть задержку. Но если над вами сильный спонсор, вашей задачей будет строить только вашу вторую ногу, а первая будет строиться сама собой. Это очень выгодно в бинарном плане. За все действия, которые будут совершаться в вашей команде, то есть покупки данных пакетов каких-либо из трех или покупки-продажи,
какого-либо товара в компании InfiniAI через торговые площадки Amazon, eBay и других, за все действия будут начисляться баллы вашей команде, каждому участнику и вам лично как спонсору. Поэтому будут постоянно накапливаться эти баллы, которые будут вам приносить дополнительные комиссионные, дополнительные выплаты и бонусы. Итак, первый вид дохода мы имеем от перепродажи продукции. Второй вид дохода – это быстрый стартовый бонус. Он состоит из покупок тех пакетов, которые мы будем совершать своей командой, и именно личные покупки. То есть, если кто-то из вашей команды купит какой-то из пакетов, вы моментально получите 15% стоимости этих пакетов. Этот бонус с ограничением до $60 мы будем получать ежемесячно, когда ваши партнеры приобретают или делают апгрейд пакетов. Второй бонус – бонус для начинающих. Он имеет ограничение до $1800 в месяц. Его могут получать все те, которые пригласили минимум двух работающих партнеров или клиентов, которые купят какой-либо из пакетов. Главное, чтобы у вас были проплачены два человека, один справа, другой слева. В этом случае вы уже квалифицируетесь для получения второго бонуса, который может достичь сумму в $1800 ежемесячно. Это зависит от количества баллов, которые вы получите за месяц. Если умножите эту цифру на 1,5, вы получите сумму, которую вам начислят за месяц с ограничением до $1800. Это делается для того, чтобы стимулировать партнеров приглашать людей к бизнесу. Третий бонус – ускоренный двойной бонус. Это очень большие деньги. Именно для активных партнеров начинаются большие возможности. Здесь вы можете достичь начислений до $50,000 еженедельно. Потолок начислений – 20% от вашей меньшей ноги в вашем бинарном плане. Рассмотрим этот бонус на примере. Здесь, предположим, вы сверху как спонсор, под вами Сью слева и Марк справа, то есть левая и правая нога в бинаре. Этот бонус начисляется именно в бинарном плане. Здесь вы можете получить 10%, достигнув статуса менеджер, или 15%, достигнув статуса директор. Статус амбассадор получает 20%. Получать вы будете от общей суммы дохода от меньшей ноги. Для примера. В левой ноге у вас продажи на 8000 очков, а в правой ноге на 9000 очков и достижение статуса национальный менеджер. Вам полагается выплатить в неделю 10% от суммы очков в меньшей ноге. 10% умножая на 8000, мы получаем $800. Это для вас дополнительный третий бонус как активного спонсора в статусе национальный менеджер. В статусе сеньор-директор вам положено 15%. Допустим, у вас в меньшей ноге 28 тысяч волюме очков. Умножая их на 15%, получаем $4200. И если у вас статус амбассадор, вы получаете 20% от суммы очков в меньшей ноге. К примеру, если у вас за неделю по подсчетам 98 тысяч очков, умножая их на 20%, получаем сумму 19600 в неделю. Четвертый бонус – это InfiniPay, то есть 5% вы можете получать неограниченный доход в глубину вашей структуры от доходов всех ваших партнеров. Допустим, вы построили команду из 4 личных партнеров, которых вы лично пригласили. Сэм заработал за неделю 19600 очков. Умножаем на 5%, получаем $980. Это ваш доход за то, что этот человек в вашей команде, и вы научили его правильно строить бизнес в нашей системе. Сью заработала 21200 очков, которые умножаем на 5% и получаем $1060. Это опять ваши деньги за неделю, как дополнительный доход. Дальше от Марка вы получаете $1047, а от Ким еще $600 за ту же неделю. Всего сумма в неделю только по четвертому бонусу – $3687. И это только от 4 лично приглашенных партнеров, которые пришли сюда работать и зарабатывать деньги. А если вы будете активны и создадите большую команду,
можете прикинуть сумму, которую можно заработать. И это только от четвертого бонуса. Доход в этом бонусе вы можете иметь огромный, с ограничением $200,000. Следующий, пятый бонус – Elevation Rank бонус. Это будет уже тогда, когда вы будете расти по рангам, амбассадоры выше, вы сможете выйти на доход $10 миллионов кумулятивного бонуса. Это уже огромные пожизненные деньги. И считайте, ваша вечная пенсия от этой компании, даже если вы здесь уже не будете делать никаких действий. Вы создали команду, которая будет работать на вас пассивно. Это будет ваша денежная машина, которая вам будет приносить доход практически пожизненно. И последний, шестой Global бонус, который предлагает компания всем активным партнерам, начиная от статуса директор до Global Ambassador. Вы сможете получать дополнительные проценты от прибыли компании InfiniEye от всех ее мировых продаж. Например, InfiniEye откроется в других странах, в Индии, в Японии, Австралии, в Китае. Образуются новые партнеры, которые будут перепродавать товар, будут также активны, и вы будете постоянно получать 4% прибыли компании в этом шестом Global бонусе. Стоит здесь поработать, все реально. Мы в самом начале большого пути, и скоро, с вирусной скоростью, будут охватываться все страны мира с этой отличной возможностью зарабатывать приличные деньги. Зарабатывать в престижной компании, которая успешно сотрудничает с такими непотопляемыми монстрами электронной коммерции, как eBay, Amazon, Google, Facebook. Приглашаю всех в этот отличный и реальный бизнес. Включайтесь в нашу большую команду с корнями из Америки. Поможем каждому разобраться и заработать. С вами был Вячеслав Муратов, Прага, Чехия.